Можешь, пожалуйста, остановиться, успокойся, ничего не делай. Потихо, Дея, я все узнаю. Очевидно, тебе тоже на стороне Шули. Тарак, успокойся. Послушай, ты все испортишь, все будет только хуже. Ладно, дорогая, сейчас приду. Давай, увидимся. Тарык, послушай, если так будешь поступать, мы ничего ведь не узнаем. Ладно. Ладно, я успокоился. Но позволь мне хотя бы проследовать за Сибирь. Понять, чего она пытается добиться. Ладно. Но будь внимателен. А я пойду домой и попытаюсь кое-что узнать по поводу лекарств. Хорошо, дорогая, тоже береги себя. Вот, лекарство здесь. Эди, если мы найдем эти лекарства, и Фатих и Шуле попадут в тюрьму. Мне нужно спасти мою дочь от этих животных, Тарык. Смотри мне прямо в глаза, они травят мою дочь. Они заплатят за все. Вот увидишь, они обманули Жуледе. Они забрали все, что оставил покойный Селим. Жуледе, Узан и меня, они всех уничтожили. И это не останется безнаказанным. Родственница, кофе готов. Эди, что ты делаешь? Я из-за... Ты опять, что ли, полотенце искала, Сахарок? Эта служанка правда тупая. Каждый раз забывает положить полотенце. Вот там, в шкафу, если хочешь, возьми. Госпожа Шуля, что это? Наконец-то нашла мой большой секрет. Это мой большой секрет. Никому не говори. Что ты говоришь? Быстрее говори, что это? Я же сказала секрет. Но я могу тебе сказать. Это витамины, Сахарочек. Секрет моей молодости. А чего ты думаешь, я такая молодая, а? Ты тоже возьми там немножечко, будешь прекрасно выглядеть перед господином Тарыком. Это витамины? Да. Слушай, кофе остынет. Давай, пойдем. Ты не возьмешь? Вы что, подумали, что я дура, что ли? Придурки, а? Сложно вам будет повалить, Шули. Нет, я все понимаю, но совесть все-таки нужно иметь. Сказали массаж тайский, а массажистка из Кишихира. Ну хоть не обмануть, пожалуйста. А, нет. Вот как? Ладно, хорошо, я приду. Ну, я пусть и премиальную комнату, ладно? Да, но я там не была. Соска, что-то что происходит, а? Не кричи. Что случилось? Соскучился по мне, а? Следуешь за мной. Опустим это. Что это за пакеты? А? Откуда деньги на это все? На Шуле работаешь, а?